Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день, и это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме, ссылочки в описании. Сегодня у нас 22 июля, на море шторм. Люди стоят, ловят волну. В воздухе прямо чувствуются мелкие капли морской воды. Температура воздуха 30 градусов. С моря дует небольшой ветер. А с утра был дождь. По прогнозу нам тоже обещают. Отсюда не видно. Но вот сбор идет большая куча. Погода сегодня в Сочи, так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!